Я расскажу вам сущую правду. Сущую правду о себе. Я принадлежу одному весьма зажиточному семейству. К несчастью, они уже умерли. Я жил во всех столицах Европы, коллекционируя драгоценности, охотясь на крупную дичь и немного рисую. А потом началась война, старина. Все союзные державы наградили меня орденами. Майору Джею Гэтсби за выдающуюся доблесть. Совершенно верно. Неужели это все правда? Гэтсби. Он обладал необычайным даром надежды. Но меня не оставляла тревожная мысль, что он скрывает какую-то тайну. Гэтсби. Хотел бы я знать, кто он такой. И чем занимается. Гэтсби. Такой Гэтсби. Мой мальчик. Мистер Каруэй. Это мой друг, мистер Мэйр Вулфш. Я так понимаю, вы ищете деловые связи. Это конфиденциально. Вы понимаете? Мне очень приятно снова вас видеть. Мне, право, тоже очень приятно. Как бы я хотела убежать. Я услышала шокирующую новость. И ведь все сходится. Нельзя вернуть прошлое. Нельзя вернуть прошлое. Ну, конечно, можно.